Прикраса у туалеті та благоустрій, що передбачає забудову літнього театру. Саме такий проект, за словами громадських діячів, планують ухвалити на виконкомі міської ради 28 березня. Альтернативне ж бачення цього місця, яке пропонує громадськість, чиновників не цікавить. Сейчас мы говорим о капитальном строительстве, которое пытаются скрыть. И если, скажем так, сейчас на исполкоме будет проголосовано это, то даже по форме это уже будет нарушением, поскольку речь идет о арендной земле, это земля громады. Я приглашаю всех одесситов в 16 часов 28 марта, в четверг, прийти на Думскую площадь вот, и участвовать вот, в нашей акции вот, в защиту летнего театра и поставить свою подпись за возвращение территории летнего театра в собственность городской громады. За словами депутата міськради, залишається ризик забудови та комерціалізації місця відпочинку громади. Тот собственник, на который на сегодняшний день заявлен на этой территории, он не отказался от аппетитов на застройку этой территории. То есть не отменены градусовые ограничения и, собственно, не отменена никакая документация, которая позволяет в дальнейшем, либо уже сейчас, реализовать те планы, которые у него были до этого.